Возьмите. Шатырь? Угу. Зачем? Может понадобиться. Готово? Да. Здравствуйте. Да, это она, Тамара. Подождите, пожалуйста. Взгляните сюда. Что-нибудь узнаете? Полотенце ее, занавеска из ванной. Остальное не знаю. Все? Пока все. Удар был нанесен сзади по затылку тяжелым тупым предметом, скорее всего, молотком, обнаруженным в сумке с трупом. Вахрушев молоток опознал? Нет, ни молоток, ни сумку. Надо показать соседям соловейчика. Хорошо, сделаем. А клофелин в крови? Клофелин в крови не обнаружен. Потерпевшая, скорее всего, в момент нападения принимала ванну. По времени определились? Да, 2 недели. То есть Вахрушева убили почти в то же время, что и паровоза? Теперь все укладывается в версию о двойном убийстве. А что с любовником Вахрушевой, Толя? Да толком ничего. Задержано 11 человек. После проверки отпущены. Это что ж получается? Сумка с трупом 2 недели простояла в доме, и никто в нее не заглянул? Странно. Нет, ничего странного. В полуразрушенном особняке никто не живет, убийца закидал ее строительным мусором. Ну а кому он нужен? Даже бомжи не интересуются строительными отходами. А где находится особняк? Это восточный переулок, ну, одним словом, совсем рядом с домом Вахрушева. Можно дворами пройти. Но почему, черт возьми, а? Убийца избавляется от трупа Вахрушевой, а труп Соловейчика оставляет на террасе. Нелогично как-то. Да, ты прав, Толенька. Что-то тут не так, и вообще парочка странная. Матерый убийца и ухоженная, следящая за собой дама. Вахрушева, конечно, женщина легкомысленная, но, простите, могла бы себе партнера поприличнее найти. Погодите, погодите. А что, если у нас не одно двойное убийство, а 2 убийства отдельных? Ну вот еще. Тут бы с одним разобраться. То ли если убийц двое, у нас вдвое больше шансов на кого-нибудь из них выйти. Клофелин – это типично женское средство. Поэтому вполне логично предположить, что паровоза убила женщина. Удар молотком по затылку и расчленение трупа – это уже более характерно для мужчины. Значит, Вахрушева мог убить мужчина. Что из этого следует? Что убийц, как и убитых, 2. Ян и Инь. Слушай, Андрей, вечно ты говоришь загадками. Что это за Ян с Инем? Ну, приблизительно, это мужчина и женщина. Только по-китайски. А, по-китайски. А по-русски? Кто из них кто? Инь – неизвестная женщина. А Ян – значит, Соловейчик. Скорее всего, да. Ну, с ним все ясно. Он по заслугам получил. А вот Инь. Послушайте, клофелин. Его часто проститутки используют. Правильно. Вот там и нужно поискать. По крайней мере, с них нужно начать. Угу. Ну что, как говорит наш славный начальник, давайте работать. Ну что, мы поняли. Ну, куда ты? Сейчас нужно показать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы подскажете, как мне найти Виктора Коса? Направо по коридору, 32-й кабинет. Спасибо. А что, важное что-нибудь? Слушай, ну ты же знаешь, в каком отделе я работаю. По ерунде не стал бы напрягать. А кто? Из девиц тебя конкретно интересует? Из тех, кто пользуется клофелином. Толя, да не все клофелинчиком балуются. И не обязательно с умыслом на убийство или ограбление. А чаще всего, чтобы вырубить клиента, если он начнет зарываться. А сыпануть это у них отработано. Глазом не успеешь моргнуть. Ну хорошо. Давай подойдем с другой стороны. Угу. Мне нужна та, которая была 16 числа вечером по Якорной 6 в квартире 36. Ну ты даешь, что ли? Это ж больше полумесяца назад. Неужели ты думаешь, что кто-нибудь из них ведет подобный учет? Но ведь
Мамка-то у них почти у каждой есть. Мамок, Толя, интересуют бабки. А куда ездила? С кем была? Это же им по боку. Ну, пораспрашивать-то можно? Пораспрашивать? Можно. Да ведь и скажут. Это у них между собой. Все, что угодно может быть. Но против милиции они держатся друг друга. Своих не сдают. Слушай, Вить, если даже путаны друг друга держатся, то мы-то должны друг другу помогать. Ведь верно, а? Верно. Я готов тебе помочь. Только давай поконкретней. Но из всей конкретики у меня только фото трупа. Сойдет? Это кто? Клиент или сутер? Все может быть. Или клиент, или сутенер. А может быть, даже сообщник. Ну ладно. Сделаем так. Завтра у нас очередной рейд. Знаем одно местечко, где большинство из них тусуются. Прямо на месте. С ними и поработайте. А вот повезет. Толя. Привет, Натаха. Привет. Что это с тобой? Ничего. Я вижу, что ничего. А ну-ка пойдем в отдел, там в тепле поговорим. Толь, давай без посторонних. Может, пойдем погуляем где-нибудь? Да холодновато гулять-то. Ну, пошли уж лучше тогда в кафешку. По чашке кофе выпьем. Ну, рассказывай, что нас повесило? В твоем положении хандрить вредно. Что, назвонил уже, Сашка? Ну, почему сразу назвонил? Прибежал радостью поделиться. Я ведь вроде не чужой. Радость-то, Толя, преждевременная. А почему? Что, врачи ошиблись, что ли? Не врачи, Толя. Это я, дура, все про беременность наврала. Неправда это, Толя. А зачем? Девчонки меня, идиотки, подбили. Я похвасталась, какие у нас отношения с Сашкой, как он меня любит. А они говорят, мужики, они все такие. На словах так горы золотые, а когда дело, так в кусты бегут. Ты, говорит, специально ему наври, что забеременела, чтобы проверить. Я, дура, и ляпнула. Он не дослушал даже. Вскочил и убежал. Вот оно что. Да он радостью побежал делиться. Толя, так я потом поняла, что делиться. А сначала думала, что девчонки правы оказались. Ну, а дальше? Вечером вернулся с тортом, с букетом, с шампанским. Ну, я ему все и рассказала. Он мне не поверил. Он думал, что я прикалываюсь. Когда понял, что не прикалываюсь, собрался и ушел. Куда? Да откуда я знаю, куда? Прекрати плакать. Я прошу тебя, Наташа, прекрати плакать. Я от женских слез просто зверею. Прекрати. Ну все, все, все. Толенька, миленький, я прошу тебя, на тебя одна надежда, помоги. Да что я могу? Голова ослиная. Друзьям звонила? Номеров не знаю. Все номера у Сашки в мобильнике. Толь, ну вы же милиция. Вы же преступников ловите. Так кто преступников? А как вы их ищете? Объявляем их в розыск. Сашку в розыск объявите. Ты думаешь, что говоришь? Что, не найдут? Если не повезет, то найдут. Запрессуют. Посадят в обезьянника, начнут расспрашивать, кто ищет и зачем. Еще попадутся ребятки сноровистые. Навесят на твоего рыжего своих глухарей. Соображать надо, понимаешь? Соображать. Все, Толя. Все, все кончено. Вся моя жизнь лично рушится. Если его не поймают и не найдут, я не знаю, что я сделаю, Толя. Я руки на себя наложу. Ты эта дурья башка еще чего придумала? Да вернется он. А ты откуда знаешь? Да потому что я мужиков знаю. Вот вашу женскую психологию я понять не могу. А вот мужикам я могу до конца доверять. Нажрется он до чертиков, покуролесит, потом перебесится, отойдет, остынет.
Вернется он к тебе, твой Сашка. Правда? Правда. Да вроде бы у Ирки такая была. Но точно не знаю, сейчас баулов таких немерено, надо спросить. А кто такая Ирка? А жиличка наша, она здесь у бабки Кузьминой комнату снимает. Ирк! Слышь, Ирка, открывай! Что надо? Из милиции к тебе пришли. Я продлю регистрацию. Продлю, честно, я всего на 2 дня ее просрочу. Я не по поводу регистрации. Он сумкой вот интересуется. Твоя? Сумка? А, да, моя. Это моя старая, я себе новую уже купила. Видите, уголок надорван? Это я в Иркутске в поезд садилась и в тамбуре ее зацепила. Точно ваша? Ну, точно. А где она у вас находилась? Вон там, на шкафу. Я туда положила ее и забыла про нее. Скажите, когда последний раз вы ее пользовались? 1 месяц назад. Из Шанхая приехала и сразу туда ее положила. Отлично. Тогда, пожалуйста, завтра зайдите в райотдел и все письменно подтвердите. Хорошо. Когда придете, спросите старшего лейтенанта соратника. Да, и еще, скажите, пожалуйста, вам знакома эта вещь? Филиппыч. Филиппыч из угловой комнаты жаловался. Молоток пропал. Он обыскался. А когда пропал? Да давно уже. Ну, больше недели. Я могу сейчас с ним поговорить? Нет, он на смене. Раньше 8 не появится. Хорошо. Тогда пусть он по возможности завтра вместе с вами подойдет в райотдел. Хорошо. Спасибо большое. До свидания. Всем стоять! Куда шелово ломанули? Отпусти руку, больно! Не дергаться! Ну что, девоньки, попались? Начальнички пожаловали. Давай, начинай. Угу. Значит так, девушки. Девушки, а ты уверен? Ну, женщины. А ты проверял? Слушай, помолчи, пожалуйста, а? Я вас задержу ненадолго. Успеешь? Значит так, гражданки, мы сейчас покажем вам фото одного известного большинству из вас клиента. И вы расскажете все, что о нем знаете. Если кто нам поможет, мы отпустим. Без штрафа и без составления протокола. Ясно? Ясно. Давай. Смотрите. Глянь, примоченный. Что скажи? Синяк, кто же еще? Козел, допрыгался? А что сообщать-то? Ну, нас интересует, кто его видел 2 недели назад? Люська, это не к тебе он тогда подкатывал на такси? Стоп. Стоп, стоп, стоп! А ну-ка, убери руку. Убери руку, говорю. Руку убери! Так. Идем. Ну, погоди, шалава, рожу-то зашлифую. Чего ты? Идем, я думала, говорю. Без протокола. Чем но... думала? Каким местом? Идем, сказал. Спасибо, Вить. Ага. Ну, а теперь, девчонки, протокол составим, а? Продолжай, мы слушаем. Да откуда я знала, что жрели с той квартиры? Он мне раньше подарил, когда сговаривались. Думала, всего-то сдернул с кого-то. С него останется. Погоди, погоди. Давай по порядку. Как дело было? Да так и было. Холодина зверская. Всех уже почти разобрали. Настроили 4, осталось. Мерзнуть. А этот стоит хохочет и смущается. Надо же, какой застенчивый. Ой, девчонки, что так холодно-то, а? Люська, стерва! Так и знал, что застану здесь свою зазнобу. Ага, только тебя и дожидаюсь. На дармовщину-то не рассчитывай.
Ты мне что с прошлого раза 500-ку зажилил? Да ладно, отдам. Ты что, у меня бабла, смотри. Вот сколько. Ничего себе. Ой, я гляжу, и прикид у тебя гарный. Эх, Валёк, жизнь она как пианино. Клавиши черная, клавиши белая. Крышка! Вот выпала белая. Дельце одно сварганил. Правда, только авансик взял. Люсик, забыл. Разреши презентовать. За все твои секс-заслуги, Люсик. Носи на здоровье. Помни, Славика паровоза. Краденое поди. Да ну ты чего? Люсек, обижаешь. Чисто. Сама посмотри. Ладно, поехали, поехали, поехали. Куда? Тебе в нору не сунусь. На мне хата понтовая. Полный отпад. Смотри. Евро-шевро. Закачаешься. Холодильник-молотильник под завязку. Неужели и хаты разжился? А чё? Не пальцем деланный. Да меня весь Питер знает. Ну, хватит базарить, айда, поехали. Холодрыга-молодрыга. Эй, паровоз, а меня до кучи не возьмешь? Неохота тут мерзнуть. А поехали, возьму на полставки. Оп. Ну вот и все. Зря Валька увязалась. Ничего бы не было, если бы не она. Кто это Валька? Да Валька, хохлушка из наших. Ее сейчас нет, домой поехала на батьковщину. Сыночек у нее там. Продолжай. Приехали. Хата в его доме, но другая. Сплошные навороты. Не соврал, в холодильнике еды полно. В спальне на стене мужик с бабой голые. Сначала-то ничего, как обычно. На первую музыку врубили. Вмазали по малой. Ну, мы с синяком. Это, по-быстрому. А потом он нажрался, разомлел козел. Чудить начал. Захотел, чтобы мы втроем, да не просто. Ну, короче, вообще крышей двинулся. Мы в отказ, а он на кухню за ножом побежал. Ну, тогда мы с Валькой перемигнулись. Я предложил добавить по 200 на разгон. А она незаметно сыпанула ему дозу клофелиныча. Он выпил, подрыгался немного и успокоился. Но я-то сначала думала, заснул. Слышь, Валька, а он вроде чего-то того и не дышит. Оклемается. Ты сколько ему зарядила-то? Как всегда, обычный дозняк. Да чего ты паришься? Я же медсестра по профессии. Слушай, хватит мазаться. Тоже мне медсестра. Иди погляди, чего ты наворотила. Говорю, не дышит. Господи. Люся, а он и правда того. Ну, вмазались, блин. Ничего не вмазались. Выкрутимся. Как? Как? Слушай сюда. Он нас специально черным ходом и дворами провел, так? Ну, и что? Вот, сейчас мы здесь быстро все затираемся, следы и линяем. А этого куда? В шкаф, что ли, спрячем? Нет, в шкаф его нельзя, там тепло, он завоняет. Люсь! Люся! А? Люся, я террасу нашла. Ну? Там холодно, супер место, лучше не придумаешь. Да? А что с бутылками-то делать? Да откуда я знаю, придумаем. Ну вот и все. А деньги? Да баксы что на кармане были, мы честно поделили. Много было? По 300 вышло с мелочевкой в рублях. Документы? Да не было ничего. Ключ, кошелек рваный, с баксами и все. Врешь! Мамой клянусь! Какой мамой? Родной или нынешней? Да хватит издеваться над бедной девушкой. Хорошо. А, вы же пили. А пустые бутылки где? Весь мусор мы собрали в пакет и выбросили. Ха, ты смотри, предусмотрительные. Да не вчера родились. Вы бы меня век не нашли, если бы не это ожерелье.
Алло, Наташа, привет. Да не реви ты! Понял я, понял. И что? Времени-то прошло совсем ничего. Но должен же мужик после такого в себя хотя бы прийти. Слушай, ты мне веришь? Вот и молодец. Что ты предпримешь? Просто сиди и жди. Поняла? Вот и умница. Вот когда объявится твой рыжий, не забудь в известность меня поставить. Договор? Вот и умница. Да, и с подружками своими больше не советуйся. Насоветовали уже. Давай. Угу. Я тебя тоже целую. Пока. Получается, у нас раскрыто не одно двойное убийство, а два убийства сразу. Один убийца мертв, а эту украинскую гражданку, как ее? Анаприенко Валентина. Эту Анаприенку придется доставать по международным каналам. Адрес выяснили? Адрес установлен. Крым Евпатория. Это хорошо. Рано радоваться, Андрей. Дело-то еще не до конца раскрыто. Как не до конца? Соловейчик убил гражданку Вахрушеву, а Анаприенко с Лебедянской убили Соловейчика. Что не раскрыто? Не установлен заказчик убийства Вахрушевой. Заказчик? Ты думаешь, был заказчик? Ну, есть некоторые неясности. Ну-ка, ну-ка, поделись. Ну, во-первых, из квартиры не украдены ценные вещи. А ожерелье убитый? Вахрушев утверждает, что ожерелье искусственное, и цена ему $100 от силы. А кроме ожерелья, там много чего можно было взять. Те же шубы, ноутбук хозяйки, цифровая видеокамера. Ну и это не главное. Меня смущает то, что сразу после убийства Вахрушевой Соловейчик воспользовался ее квартирой как своей собственной. Согласитесь, редкий грабитель рискнет притащить проституток туда, где он только что совершил убийство. Значит, паровоз был уверен в том, что ее муж не возникнет неожиданно на пороге. Вот знать бы, откуда эта уверенность. Ну и какие выводы? Вывод один. Надо брать этого Вахрушева за шкирку и хорошенько потрясти. Я согласен. Толь прав. Не так просто этот Вахрушев, как кажется. И я вот что вспомнил. Он, когда тело Соловейчика увидел, его чуть удар не хватил. А когда опознавал свою жену в морге, был спокоен, как сфинкс. Все правильно. Потому что первый факт явился для него полной неожиданностью, а второй был ожидаем и даже желаем. Точно. А алиби у него было только на момент убийства. А с Соловейчиком он мог сговориться еще до своего отъезда на Карибы. Ну что ж, вполне может быть. Кстати, а где Настя? Поехал Юрий Александрович проведать. Звонил. Ну, как он там? Уже лучше. Конечно, можно потрясти этого Вахрушева. Но что мы натрясем? Вот в чем вопрос. Да ты его не знаешь, Андрей. Вон у Вани спроси. На него надо надавить чуть-чуть. Он потечет, как гнилой помидор. Расскажет все как минимум. Ну, а если он посоветуется с адвокатом и на суде откажется от показаний? Да еще на нас наклепает. Слушай, надоел мне этот Вахрушев. Пошли лучше в столовку. Поедим. Точно. Да, хоть отдохнем по-человечески. Заметьте, не я это предложил. Подожди. Андрей, на минуточку. Иди, Андрей. Иди. Я догоню. Должок вернуть хочу. А ты занимал? Да как же. На цветы брал. Тещу встречать. Встретил? Да встретить-то встретил. Теперь одна мечта побыстрее проводить. Ну, будешь провожать, если деньги на такси понадобятся. Не стесняйся. Спасибо. Не понадобится. Ну, идем. Столовка и котлеты отменяются. Спасибо. Идем в кафе, я угощаю. Ну, ого, откуда бабки? Забытый долг. Подарок с неба. Пошли. Отлично. На десерт что-нибудь будете заказывать? Хватит еще на 3 коктейля. Мне кровавую Мэри. 3 кровавых Мэри, только если можно, сделайте, пожалуйста, так, чтобы крови поменьше,
а Мэри побольше. Хорошо. Так вот, Авахрушевец, я все время про фоторобот любовника жены думал. Ну, который сделали по его описанию. А вчера телевизор посмотрел и понял. Придумал он все. Не видел он никакого любовника. Кстати, Настя, ну помните, когда она этот фоторобот увидела, сказала, что он на Саахова сильно похож? Думаешь, пустышку нам подсунул? Уверен. Проблема одна. Как этому типу подступиться? Паровоз мертв, в конце обрублено. Идеальных преступлений не бывает. Он где-то должен был проколоться, надо искать. А если попытаться восстановить ход событий? Предположим, Вахрушев решает избавиться от супруги. Да? Он обдумывает какие-то варианты и в конце концов останавливается на заказном убийстве. Находит паровоза, договаривается с ним. А паровозу срочно деньги нужны, причем немалые. На нем карточный долг висит и предупреждение Сизова, а это серьезно. Вот. Паровоз встречается с Вахрушевым, получает от него небольшой аванс. Вахрушев отправляется в круиз, и паровоз приступает к исполнению. Гопник он и есть гопник. Никакой серьезной подготовки, ворует молоток и сумку и идет на мокрое дело. Стоп. Вахрушева была убита в тот момент, когда принимала ванну. То есть паровоз проник в квартиру так, что она ничего не услышала. Значит, у него был свой ключ. Точно. Ключ. У словечка же был ключ. Помните, в кармане его брюк нашли на террасе? Так. А когда девицы уходили, должны были воспользоваться ключом. Каким? Первый прокол. Ключ. У Люськи об этом и спросим. Но есть еще один момент. Какой? Поставь себя на место Вахрушева. Ты заказываешь жену, даешь аванс, уезжаешь на Карибы. Вернувшись, узнаешь, что жена исчезла. Отлично. Но узнаешь также, что исчез и нанятый исполнитель. А вот это уже Вахрушева не могло не обеспокоить. То есть, вернувшись, он должен был найти паровоза и удостовериться в выполнении заказа. Нет, в квартиру паровоза он не наведывался. Соседка бы запомнила его. Но зато она жаловалась, что кто-то названивал, паровоз искал. Но звонки можно пробить. Хотя квартира коммунальная, это мало что даст. Где он лично мог засветиться? Ясно где. Среди закадычных собутыльников паровоза. О! Спасибо. Прошу. Спасибо. С учетом ваших пожеланий. Спасибо. Толь, давайте-ка вы с Ваней потрясите Люську, поспрашивайте у нее про ключ. А я и собутыльников паровоза навещу. Отлично. Ну, а теперь давай поподробнее. Кто из вас первый вышел? Я. У меня в руках пакет был с бутылками. Ну, вышла. Стала спускаться по лестнице, потом остановилась. Зачем? Вальку ждала, на дверь закрывала. Чем? Ну, ключом. Там в прихожей лежал на тумбочке. Как выглядел ключ? Желтый, длинный такой, странный. Я раньше таких не видела, поэтому и запомнила. А, еще брелок был тоже желтый. Что за брелок? Ну, типа как бы рак. Хорошо, дождалась Вальку. Дальше. Дальше вместе спускаться стали. Ну, давай спускайся. А внизу мы сразу к черному ходу повернули. Как вошли, так и вышли. Ну, давай, давай, показывай. Так, здесь я к помойке сразу пошла. Угу. Выбросила пакет с бутылками. А Валька? Валька там стояла, меня ждала. Просто стояла и ждала? Да. А потом она что-то из кармана достала и выбросила. Что? Не ключ случайно? Может, и ключ. Куда выбросила? Не знаю, она вот так замахнулась и вот туда и выбросила. В мусор. Только там мусора поменьше было. А куда конкретно? Ну, хоть примерно. Да откуда я знаю? Там темно было. Да. Угу.
Какой мусор? Это же на заднем дворе. Он никому не мешает. Проезд-то он не перекрывает. Нам мешает. Вам мешает? Вот вы и убирайте. Так. Как вижу, вы нам отказываете в содействии по поимке особо опасного преступника. О чем вы, мужчина? Какого еще преступника? Того самого. Который беспрепятственно хозяйничает на вверенной вам территории. И убивает ваших жильцов. Пользуясь вашим халатным отношением к своим непосредственным обязанностям. Товарищи, ну я-то тут при чем? А при том, вы начальник ЖЭКа. Какие мероприятия вы проводили за последний квартал? Покажите вашу отчет. Хорошо. Хорошо, хорошо. Завтра подгоним технику и уберем. Никаких завтра, сегодня. И никакой техники. Руками и лопатами. Товарищи, ну 21 век на дворе, ну дедовские-то методы давно уже забыты. А придется вспомнить. Да-да, а иначе вы рискуете навлечь на себя крупные неприятности. Люся! Люсь! А? Где у нас дворники? Подсобки они. Срочно собери всех Ахметова, Шарафутдинова, Бакшеева. Срочно! И в распоряжение вот этих вот товарищей. Хорошо. О, наконец-то, сподобились. А то, ишь, навалили. Не пройти, не проехать. Слушай, иди, дорогая, иди. Не иначе комиссия какая будет. Начальник, посмотри, дорогой. Это тебе надо, да? Шарафутдинов, ну ты чем думаешь? Тебе какое задание было? Ключ от замка. Это тоже ключ, да? Да, это тоже ключ. Но гаечный. А нужен другой. Не гайки крутить, а двери, которым открывают. Засек? Вот иди и ищи дальше. Иди, иди. Эх, начальник. Скоро стемнеет. Ничего, ничего. Они найдут, они старательны. Вань, вводи. Прошу. Значит так, Лебедянская. Перед тобой 4 комплекта ключей от дверных замков. Ты сейчас должна указать на тот ключ, который видела в прихожей на тумбочке в квартире 36 по Якорной улице в день совершения преступления. Я ничего не совершала. Это Валька Хохлушка ему и сыпанула. Сейчас не о том речь. С тем, кто чего подсыпал, мы еще будем разбираться. Ключ узнаешь? Да, конечно. Покажи. Вот он. Вот и отлично. Опознание прошло успешно. Подпишите вот здесь. И в камеру. Ну что, номера совпадают. Оба ключа от замка нашей фирмы. Скажите, а можно узнать имя заказчика? Можно. Мы работаем только по индивидуальным заказам, поэтому у нас все фиксируется. Вот, пожалуйста, заказчик Вахрушев Николай Павлович. Замок вместе с дверью установлен специалистами нашей фирмы в квартире 36, дома 6, по Якорной улице, 9 февраля прошлого года. На руки заказчику выдано 2 ключа. 2. Вы не ошиблись. Молодой человек, я могу ошибаться. Компьютер не может. Угу. А сложно изготовить дубликат? На стороне практически невозможно. Все наши ключи имеют 8 контрольных точек совпадения, которые закодированы в замке. Если при открывании хоть одна точка не совпадет на долю микрона,
Замок тут же заблокирует ключ в скважине. Хорошо, а если клиенту нужен будет дубликат? Ну, тогда он должен обратиться снова к нам. Никто, кроме нас, для подобных замков дубликаты не изготавливает. Я хотел бы знать, изготавливался ли дубликат для этих ключей. Да нет проблем. Так, да, изготовлен дубликат, заказчик Вахрушев Николай Павлович. Когда? Месяц назад. Здравствуйте, мамаша. Здрасте. Я из милиции. А вы, я вижу, местный здесь, да? Местная. Бумажку-то убери свою. Все равно без очков ничего не вижу. Угу. А что вам надо? Ну, вопрос я хотел вам задать. Угу. Ну, вы, наверное, знаете, кто вот тут, на этой детской площадке, целыми днями прохлаждается. Да кто этих паразитов не знает? Век бы их не видеть. Угу. А тебе-то кто надо? Да я не знаю конкретно, но, может быть, вы знаете, где, ну, кто-нибудь из них проживает. Помогите, пожалуйста. Да вот там, а? В подвале. Пошли, покажу. Пойдемте. Хулиганит, да? Да. Лампочки тырят паразиты, пьют, потом отсыпаются в подвале. Ни стыда, ни совести. Понятно. Вот тут, пожалуйста, совсем рядом. Осторожно, ступеньки тут. Ну и запах здесь. Эй, братан! Ты кто? Конь в пальто, милиция. Ну давай, вставай. Нет, ну вставай! Хочу. Говорят тебе милиция! Отдохнешь на нарах, по-человечески. Давай. Вперед, вперед. Да что я вам сделал? Пошел, пошел. Ох, окаянный, так тебе и надо. Входите. Здравствуйте. Здравствуйте. А, Николай Павлович, здравствуйте. Проходите, садитесь, здравствуйте, пожалуйста. Вы узнаете? Не могу сказать точно, но очень похоже на ключи от моей квартиры. Но это легко проверить. У вас ведь есть свой ключ от квартиры на Якорной? Да. Покажите. Угу. Фирма, в которой вы заказывали дверь, заносит в компьютер не только данные заказчика, но и нумерует ключи. Цифры маленькие, разглядеть их можно только вот так. Ага, вот здесь. Пожалуйста, можете убедиться. Не надо, я вам верю. Угу. Ну, тогда ознакомьтесь вот с этим документом. Здесь сообщается о том, сколько вам было выдано ключей при установке двери замком. И когда вы, Николай Павлович, попросили изготовить дубликат. Я требую присутствия адвокатов. Погодите немного. Будет вам и адвокат, и прокурор, и казенный дом тоже. Все еще будет. Без адвоката я с вами разговаривать не буду. Ну хорошо, тогда я вам задам один вопрос, а вы только кивните. Скажите, это вы заказали Соловейчику по кличке Паровоз убийство своей жены Тамары? Никого и никому я не заказывал. Никакого Соловейчика я не знаю. Вот как? Одну минуточку. А
личность. Свидетель Саврасов. Посмотрите внимательно. Вы знаете вот этого гражданина? Ну, это знаком. Угу. Он в нашем доме живет, в третьем подъезде. Но фамилию я, правда, не знаю. А когда вы разговаривали с ним последний раз? А, ну это... Вот, 4-го дня в среду мы с товарищами там, это... А вот, а он у дерева стоял. Меня позвал. Как позвал? А, ну это... Эй, мужик, говорит. Ну, я подошел, а он стал спрашивать про паровоза. А где он? Так, что он? По фамилии. А, про Славку Словечко. Угу. Вот. Ну, все его знают. А, ну, где, мол, когда видел... Не знаю, говорю, давно не видел. А он мне стольник дал, потом еще бумажку вынул и телефон записал. И сказал, чтобы я потом это, отзвонился. Ну, сообщил ему, когда паровоз Славка Словечко объявится. А бумажка с номером сохранилась? А, ну да. Давайте. Ну, вот она. Вань. М? Проводи свидетеля. Все? Ну что, Николай Павлович, будем и дальше молчать? Или поговорим откровенно? Идиот! Ну не идиот ли? Связался с этой пьяной рванью. Так и надо. Так мне и надо. Ну, без эмоций. Давайте спокойно. Скажите, неужели вы заказали свою жену только из-за ее блудливого характера? Да плевать мне на ее характер. Когда в моей жизни появилась Надя, встал вопрос о разводе. И Тамара стала требовать 2/3 бизнеса. Каково? Она имела на это право. Какие права? Я сам налаживал бизнес. Мотался по заграницам, устанавливал контакты с поставщиками из регионов, не вылезал. Дилеров сам обучал. Ну и почему вы ей не отказали? Отказал. Вот вы, барышня, пользуетесь духами известной марки. Одобряю ваш выбор. Кстати, вам очень идет этот парфюм. Спасибо. А где он изготовлен? Знаете? Конечно, знаю. Во Франции. Так написано на флаконе. Но это ничего не значит. Но духи куплены в дорогом бутике. Ну и что? Парфюмерный бизнес на 85% работает по серой схеме. И ваши духи сделаны не в Париже, а в Каире. Mm. Да, на маленьких темных улочках старого рынка. А откуда вы знаете? Знаю. Каирские, дамасские, какая разница? Они ни в чем не уступают французским, только стоят на порядок дешевле. И если бы моя фирма ушла бы от серых схем, то я бы сейчас стоял на паперти с протянутой рукой. А при чем здесь ваша супруга? Как при чем? Ей же все было известно. Все каналы, контакты, контракты. Все же проходило через нее. Один лишь звонок в налоговую или УБЭП, и все. Ну хорошо, в парфюмерном бизнесе вы нас просветили. А теперь к криминалу. Как вы вышли на паровоза? Ну, эта личность известна всему дому. Всем жильцам успел запарить мозги. Особенно любил прихвастнуть своими уголовными связями. Его послушать, так это лично он в крестах всех питерских авторитетов короновал. И все-таки вы не побоялись доверить ему такое рискованное дело? Сглупил. Связи у меня нет в той среде. Обращаться к кому-то еще побоялся. Вот и влетел из-за этого идиота. Повезло вам. Повезло. О! Привет, Наталья! Привет! А что ты здесь делаешь? И вообще, что ты не предупредила, что придешь? Да мы тут с Рыжим тебя ждем. Нам надо посоветоваться. Ага. Помирились, да? Ну, я что говорил? А где он, кстати? Да он, понимаешь, тут. А вон идет. О, здрасте, Анатолий Валентинович. Привет. Ого, ребята, вам немного ли будет? Натуль.
Любимого пива много не бывает. Точно. Ну ладно. Что мы здесь станем? Пошли. Ну, пошли. Идемте. Спасибо тебе огромное за совет про Сашку. Да я и не сомневался, что все так будет. Толь, представляешь, он мне предложение сделал. Да ну. Поздравляю. Спасибо. Мы ходили в салон даже сегодня. А? Платье смотрели свадебное. Но я-то выбрала розовое. А он-то хотел голубой. А на розовое, представляешь, на кольте и роз, роз, роз. А сзади выстрел.